Грибобас, сейчас вот смотри, начинается летний сезон. Угу. Вот. А, здравствуйте, дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Грибобас. И Грибобас. Рубрика «Короткие вопросы» и «Короткие, в общем, ответы». Я Грибобасу задаю вопросы. Вот сейчас как раз летний сезон, ага, начинается. И вот, ну, на велосипедах гонять начинает. Ага. Сейчас же хорошо, ну, асфальт уже, снега да, нету. Да. Угу. Ты бы вот какой бы себе хотел бы велосипед? Велосипед? Ну, простой там, или может какой-то особенный, не знаю. Ну нет, вот последнее производство. Вот один парень живет в этом подъезде у Нади. У него совет последнее производство. Большой, красивый такой. У меня дал прокатиться, я проехался. Да, давал прокатиться. Ага. Идет отлично. Не ям, ничего не чувствую. Яма такая, так плавно, вошел так, выхода. Ну и передние амортизаторы такие, как давится. На этом самом они, короче, сделаны. Впереди ароматизаторы, да? Да. Потом передача скоростей. Вот, там не ароматизаторы, а амортизаторы. Амортизаторы. Ну-ну-ну. Вот. Потом уже передача скоростей. У меня, короче, 10 скоростей. Я ей какую-то скорость там давал. Он засмеялся, говорит, 40 км в час. Я что, серьезно? А да, у него что там, спидометр стоит? Нет, спидометр, просто по скорости. Там ехал на мотоцикле, короче, и он ехал на велосипеде. А-а-а. Вот. Ну, велосипед идет отлично. И еще какая штука. У него был такой, знаете, такой багажник, такой, не, такой большой был багажник, не знаю, как всего. Да. Он его снял. Потом, знаете, он говорит, я хочу купить такая штука, такая большая, такая вот такая, большая, такая высокая. То есть спереди садится, короче. И сейчас маленького ребенка, он сидит. Так, сидит, короче, так. У него ребенок есть, да? Да, у него жена, ребенок у него есть. Его, чтобы катать его. И штука говорит, отличная такая. Кстати, себе недавно Warner тоже купил велосипед. А какой с тебе? Таким сиденьем. Но он такой, знаешь, типа, ну такой простенький, не там немного А-а-а. Скоростей, но там он купил еще прибамбасы, вот этот сиденье для ребенка, А-а-а. Потом корзинку для продуктов, это впереди, на, где вот на переднем колесе корзинка для продуктов, сзади сиденье для ребенка. Только что у него там этого не было, пояса. Ну вот, чтобы застегивать ребенка. То есть ему надо там придумывать пояс, чтобы ребенок, ну, там, конечно, сиденье такое ограждено этими, как бы, дугами, но на всякий случай еще поясом надо пристегнуть. Ну, понятно, понятно. Ой, смотри-ка, аж ручка Маша такая, молодец, Алисочка. Сейчас, Алиса, пойдем домой, ты уже нагулялась, да? Ах, мы ж провали твои это, ты же у нас Пикачу, а не Алиса, да? Пикачу, Пикачу. Все, до свидания, пока-пока. Пока-пока, скажи, пока-пока.